Сегодня состоятся очередные официальные переговоры нынешней коалиции о создании следующего правительства. Ранее партнеры по коалиции выразили поддержку кандидату на пост премьера нынешней главе Кабмина Лаймдой Страуями. Помимо этого была достигнута договоренность в процессе распределения министерских портфелей. Единство в новом правительстве может возглавить 6 министерств. Союз зеленых и крестьян 5. Весу Латвии ТБДННЛ 4 министерства. У единства могут быть посты главы Кабмина, Министерства финансов и Министерства иностранных дел. Также партии премьера может отойти Минздрав. Представители СССР, Союза зеленых и крестьян могут возглавить минземледелия, Минблак и Минобороны. Весу Латвии ТБДННЛ может достаться Минкульт. Пока остается неясным, кому достанутся Министерство среды и регионального развития, а также Министерство... Сообщения о них претендует сразу несколько партий.